скажу тебе да. Если бороды нет, то и нет мой ответ. Хей-хоу, ребятки, всем привет! С вами снова Борода, и мы продолжаем выполнять сценарий, который называется «Последний полет Сокола». Поехали! Так, давайте-ка быстренько вспомним, на чем мы остановились в прошлый раз. Если я не ошибаюсь, мы полностью потратили все золотом и набрали войска. То, на что нам хватило, точнее. Так, отличненько, хорошо. Ну, тогда предлагаю отправляться в бой. Нужно все-таки зачистить эту карту. И, думаю, пора выходить наружу. Пора подниматься наверх и смотреть, что же нас все-таки там ожидает. Насколько силен стал наш враг, точнее рыцарь. И я предлагаю сейчас испытать наши силы на сотнях скелетов. Посмотрим, что для нас подготовили. Так, ну, в принципе, тут без разницы, но я уже привык делать такую расстановочку. А, ну, в принципе, тут их не так и много. Я, если честно, ожидал побольше. Но меня не радует тот момент, что они ходят все-таки перед моими демонессами. Это, конечно же, для меня плохо. Я попытаюсь их замедлить, но мне кажется, вряд ли мне это поможет. Да. К сожалению, мне это не помогло. Вот так вот. Демонессок они не стреляют, оказывается. Они сделали выстрел и убили пятих собак. Ну что ж, не так и страшно, если честно. Я-то думал, будет что-то похуже. Так, окей. Шарик мы пустим. Я думаю... Ах, ну почти. Я-то ожидал, если честно, что шариком добью всех. Ну ладно, ничего страшного. А у меня есть еще собачки, которые помогут мне завершить начатое дело. Окей. Новый уровень. Это очень хорошо. Хозяин врат. Умение открыть врат призывает на 20% существ больше. Это то, что нам надо. Замечательно. Просто великолепно, я бы даже сказал. И мы еще возьмем 1500 опыта. Так, там у нас осталась древесина, но мы туда не идем. Тут у нас остались самоцветы. А сюда мы пойдем. Там у нас костяные драконы. Они нас ожидают. Мы обязательно к ним сейчас пойдем. И я надеюсь, мы их завалим. Так, а тут у нас что? Заброшенная шахта. Интересно, ну давай. Давай посмотрим, что тут за заброшенная эта шахта. Мне интересно. Ууу, бедные элементальки. Их всего-то тут 26 штучек. Капец, я вам скажу, ребят. Им тут будет сейчас капец. Сейчас мы их быстренько разнесем. Ну, я думаю, они расстраиваться не будут. Они это понимают, что они в заднице. Так что, к сожалению, нам придется с ними распрощаться. Так, я сейчас попризываю себе спокойненько всех. И потом пойду в разнос. Плюс, ребятки, я купил баллисту, которая теперь мне помогает. И понемножечку, пускай немного, но наносит урон. Понимаете, это плюс, это, конечно же, помогает. И это хорошо. Так, а тут можно уже пускать шарик. Одного всего лишь? Ну, мало. Тогда я лучше призову. Уж как по мне, будет больше толку с еще как минимум 4 таких же больших дядек, как эти. Тут мы везде делаем оборону. Так, и уже можем стрелять демонесками. Големы достаточно медлительные, поэтому нам нечего бояться. Так, это тоже мы ожидаем. Вот так вот, призванные бесики отвели на себя удар и умерли. К сожалению, умерли. Ну, ничего не поделаешь. Что уж тут говорить-то. Так, к нам они не достают. Ох, ни хрена себе, ребята, 33 призванные демонессы. Это же почти еще один полный стек. Обалдеть, я даже такого не ожидал, если честно. Это было неожиданно. Пипец, это капец как неожиданно и много. Лошадки, наверное, капец, да? Да, лошадку убили. Ну что ж, наносят урон они довольно-таки неплохой. Но ко мне они не подойдут пока что. И бояться мне нечего. Тем более, там даже собачки успеют походить. И демонески еще раз успевают походить. Каранты ему. Так, я не знаю. По-моему, у них
стоит защита к разрушению, поэтому рушить, мне кажется, смысла не будет. И еще плюс 5 поднимается от пещерных демонов. Обалдеть, ребята, просто невероятно, как офигеть. Так, это моя оборона. То есть я могу спокойно играть призванными существами, не парясь даже ни о чем, понимаете? Потому что призывается почти столько же. Все-таки правильно я сделал, что улучшил ветвь касательно увеличения призванных существ. Это очень хорошо. Это очень, прям очень хорошо. Это радует. Так, отличненько. Отличненько. Так, тут у меня магия закончилась. Так, вот сейчас мы и проверим, работает или нет. Но, как мне кажется, оно не работает. Так, сейчас мы это все проверим на следующем ходу. Так. А нет, работает, прикиньте, работает. Минус 5 сажало, да, если бы я знал. Но ничего страшного, все равно тут у меня победа-то. Так, у меня тут все равно победа. Вроде и сценарий коротенький, понимаете, а играем уже какой, третий или четвертый ролик, вы прикиньте. Это просто невероятно. Я просто... А, я думал, куда они исчезли-то? Я думал, они что, на время появляются? А я, оказывается, уже выиграл. Так, отлично. Нам предлагают изучать навыки. Я, конечно же, доучу лидерство обязательно. И, наконец-то... А, чё, да? Эта шахта ежедневно приносит 1000 золотых в казну. Обалдеть. Так, 1000 золотых мне как бы лично лишними не будет. Отряд призрачных драконов. Давайте мы их завалим, надеюсь. Они, насколько я помню, не особо инициативные, поэтому бояться мне тут нечего. А, так, ну как, не особо-то. Инициатива 11, но скорость у них до хрена большая, я вам скажу. Я прямо-таки не ожидал, что у них скорость-то аж семерочка. Почти впритык. Это опасненько. Они издают не очень приятные звуки, я вам скажу. Как бы страшновато немножко, да. Поэтому, как бы не было беды. Так, 120 единиц урона я могу нанести. Но как бы меня это не радует. Возможно, я смогу нанести чем-то и больше. Но нужно посмотреть. Так. Эх, нет. К сожалению, больше я ничем не смогу нанести. А если я просто ударю, я нанесу 98 единиц урона. Так, может, мне проще тогда их замедлить? Так, призрачные драконы, кажется, под воздействием заклинания замедления. Да, замечательно, я их лучше замедлю. Как по мне, будет больше толку именно с этого заклинания. Так, вот так, отличненько. Замедление на них работает. А то я уж опасался, если честно, что замедление не пройдет. Так, давай. Ты должна ударить двоих. И того я не призвал. Ёк-макарёк, я мог призвать. Это плохо. Это очень плохо, как по мне. Но не нужно печалиться. Не нужно печалиться, вся жизнь впереди. Как-то так в этой песенке вроде пели. Если я не ошибаюсь. Так. Ух, как бы не было беды. Так. Что же делать? Что же, мать твою, делать? Я даже и не знаю. Ладно, давай. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Ну тут что с замедлением-то ходит еще не скоро, понимаешь? Может быть, удастся откинуть и этого еще. А может быть и нет. Не, к сожалению, не удалось. Но я надеюсь, что он будет отвлекаться на призванных. Да, отличненько. Наносит довольно-таки неплохое количество урона. Вы видели, да? Это довольно-таки неплохо, как по мне. Я, пожалуй, буду бить этого засранца, потому что тут есть воины, которые помогут мне с этим делом. Да, ребята? По-моему, да. По-моему, я сделал все правильно. Так, еще минус один. Хорошо. Рвутся в бой. Просто великолепно. Просто великолепно. Я надеюсь, что ты тоже снесешь еще одного. Вот так вот. Мои вы хорошие. Это просто замечательно. И баллиста сносит единичку. Блин, все пока что идет по плану. Я вам скажу так. Все очень даже идет по плану. Ладно, некогда уже призывать. Тут я упустил возможность, к сожалению. И собачка, мне кажется, каранты. Ну, почти. Почти снесли моих псов. Минус 20 собак,
больно, если честно. Но что уж тут поделаешь, я, если честно, уж привык. Так, это у нас призванные. Можно снять ответ и докусать, надо догрызть. Так, восстанавливает жизни мне. Хорошо, спасибо и на этом. А, тут мы сможем снести одного, но мы и так его добьем. У нас там будут демонески ходить, и демонесками мы, пожалуй, и снесем. Или не демонесками, я даже не знаю. Давай. Ладно. А, ладно, ладно, ладно. Опять рвутся в бой. Да вы только посмотрите, что творится. Это просто жесть. Тут мы сняли тоже вроде ответ. Можно побусать, покусать. Бесы у нас ожидают. Давай. Отличненько. Еще минус один. Ну, в принципе, потеряли мы, грубо говоря, только собачек. Так что... А, мне кажется, это не так страшно, как могло бы быть. Давай. Отлично. Вот в чем прелесть демонесок. Это то, что они бьют несколько целей. Понимаете, ребята? Вот в чем их преимущество. И тут у меня остался вроде как огненный шарик. И нужно аккуратненько, чтобы не зацепить своих, убить дракошку. Ребятки, у нас победа. У нас победа с потерями, конечно, но это было неизбежно. Уж больно они жирные. Но количество опыта, которое нам дали, того стоило 2000. Плюс тут куча различных плюшек, которые я сейчас собираю. Я поднимаю... так, стоп, не собираю. Не дали мне походить, у меня кончились шаги. Хорошо, так, у меня подкопилось немного денежек. Так, и что же мы сможем приобрести? Мне кажется, ничего, к сожалению, да? Конечно, нет, потому что у меня не хватает ресурса. Так, у меня ни на что не хватает, мать его, ресурса. Хорошо, давайте-ка мы проожидаем. И так, на карте никто не появляется из вражеских воинов. Опыт, конечно же, я везде беру опыт. Всегда так было, не знаю, правильно или нет. Но, как по мне, это более важно. Вот так вот, отлично. И мы начнем брать защиту, потому что я не хочу, чтобы у меня так же сильно продолжали пробивать. Мы пойдем по ветке еще защиты. Я изначально говорил, что я не хочу, чтобы мой демон был магом. Ну, как бы это не то немножко. Если бы я хотел играть за мага, я бы подобрал что-то, что... Ну, какую-то карту, где бы играли и брали участь одну меру серы. Ух ты ж, ёпты, что ж я раньше не построил? Сера-то мне была нужна. Твою ж ты мать, раньше бы это увидеть. Ну да ладно, 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 так, ничего страшного. Что мы можем построить? Мы можем улучшить пылающий разлом, тем самым у меня получатся не пещерные демоны, а пещерные владыки. И мы можем сделать жертвенную яму. В этом здании можно принести в жертву существо. Так, это нам не нужно явно. Пылающие конюшни. Так, пылающие конюшни приведут нас к залам ужаса, где мы... сможем нанимать больше кошмаров и дьяволов. Дьяволы нам, я думаю, понадобятся, потому что у синего, у него по-любому должны быть ангелы, а это хреново. Так что нам понадобится 7 кристалликов, нам не хватает одного. Я думаю, мы побродим где-то по карте и найдем нужный нам ресурс. Так что я пропускаю дальше ход. И сейчас мы пополним тут ману. Так, отлично, у меня максимум. А я заберу тут собачек. Собачки — это хорошо. А тут у нас есть отряд тоже гонщик. Я хотел бы, чтобы они примкнули, но мать твою, они не хотят ко мне примыкать, вы понимаете? Вот я не знаю, в чем проблема, но... Почему-то... Ко мне они не хотят примыкать. Вот серьезно, вот я не знаю, в чем проблема. Видать, не нравлюсь я им. Не хотят они служить за меня. В компании, когда играешь, все попроще. Там к тебе с удовольствием примыкают на службу. А тут что-то идет не так. Я не знаю, в чем проблема, вот честно вам скажу. Но они засранцы. Так. Хорошо. Это все нам не надо. И я надеюсь, демонески сделают так. Ну, почти. Я хотел бы, конечно, чтобы они всех снесли. Но, как говорится, много ты хочешь, братец. Много ты хочешь. Так, ладненько, давай, лови шарик, 12. Но 12 это тоже немного,
Но тем не менее, вот, кстати, демоны против рыцарей будут хорошо себя показывать. Если ты хочешь спросить, почему, то все просто. Я уверен, что они будут в коробочке. У него есть отряды с арбалетчиками, которые, зараза, больно будут бить, очень больно. И мои демонески будут плакать, просто рыдать, понимаешь? А вот этот чувачок будет разбивать их коробочки на раз-два. И это, конечно же, будет плюсом, это будет мне помогать. Так что, как-то так. Так, понес я и тут даже умудрился получить потери. Ну что ж тут поделать-то? Без этого никуда. Это война. Это, мать вашу, война. И без потерь тут никак. Поэтому нужно смириться и идти дальше. Так, хорошо. Добиваем мы псов. И нужно заканчивать с ними. В принципе, нужно и можно с ними уже заканчивать. Отличненько. Хорошо. Отлично. Так. 1600 опыта, это замечательно. Вот. Тут есть нужные мне ресурсы. Хорошо, 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 хорошо. А это я могу взять? Да, отлично. Ох ты мой. Сколько ресурсов. Где же вы были раньше? Так, у меня тут есть еще сотни огненных демонов и орда призраков. А это что у нас такое? Так, односторонний портал. Вот, конечно, игра к другому одностороннему порталу. Тут куча порталов, которые куда-то переносят постоянно. Тут еще громоздная, как по мне, карта, блин. Так, орда, ну что? Попробуем убить тех, кто потяжелее, а потом пойдем к порталу, наверное. Я не знаю, давайте. Ха, разогнался, слышь? Ага, конечно. Так, стопе, стопе, стопе. Так, еще одной серы не хватает. Еще одной серы. Так, ладно, сера, 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 сера. Тут-то ж серы нету, блин, понимаешь? Но если я пойду сюда, то у меня там будет левел. Я даже не знаю. Я бы с вами посоветовался, но ролик вы увидите поздно. Поэтому я, наверное, все-таки рискну и пойду на призраков. Я думаю, мне удастся надрать им зад. Так, тут можно сместиться. Потому что у нас тут освободилось местечко. А демонов-то снесли. Блин, довольно много, я вам скажу. Довольно много призраков. Как-то я не ожидал, что будет так много. Будет тяжеловато, мне кажется. Будет тяжеловато. Но плюс в том, что они не столь инициативные, как я. Понимаете? Вот это плюс, конечно. И у нас тут попадение. Блин. Хотелось бы, конечно, снять промах. Но у нас тут попадение. Так, еще одно попадение. Да ладно, два попадения подряд. Это, конечно, жестко. Так, я призываю, потому что, ну, как бы, маловато демок. Они, боюсь, сами не справятся. Так, тихо. Мы сейчас тут как напризываем. Главное, чтобы эти все парни успели еще походить. Так, ждем. А, демонам буду пускать огненный шар. Наверное. Хотя, мне кажется, если я призову, я успею еще раз походить. Поэтому я лучше сделаю именно так. А так магия 100% попадает, и это можно использовать, этим можно попользоваться. Так. А демонеску, я надеюсь, что она хорошо стрельнет. Два попадания. Прикиньте, по нижнему уже три попадания подряд пошло. Я не знаю, что им так не фартит, но это факт. Тут по-любому будет еще один промах. Можно ждать. Даже нужно ждать, я бы так сказал. Так, тихо. Я взял разрушение, разрушение нам не нужно. Так, вот тут я смогу 10 снести. 10 это неплохо. Давай. Пускай летит. Отлично. Так, отлично. А, тут кони могут попасться. Поэтому я не знаю. Тут немного их. Я думаю, можно рискнуть и ударить. Ответ мне должен быть очень сильным. Так. Сколько? Две собаки. Да, слава богу. Ответ не очень сильный. И я еще смогу ударить и лошадями. Отлично, лошади попали. И больше не смогу никакого удара сделать, но я смогу спрятать. И я надеюсь, что вот эти вот чуваки, они отвлекутся как раз таки на призванных псов. Мне бы очень хотелось этого. Опять попадание! Да что по ним постоянно попадание-то идет? Я не пойму-то, в чем прикол?
Вот так вот. Ах ты ж скотина, они отвлеклись, прикинь. Отвлеклись на непризванных лошадей. Вот это очень обидно. Это очень прямо-таки обидно, я вам скажу. Я надеялся, что ответ... Ну, они пойдут на псов. Зато тут по-любому попадание. Так. Как это так? Там было два промаха. А как так-то? Какой-то непонятный разброс, если честно. Я просто не понимаю, в чем прикол. Там должно было идти попадание. Ёлы-палы. Как-то неправильно все пошло. Так, но я не хочу терять бойцов, поэтому я буду дефиться. А, и тут этих можно было бить. Ну, ничего страшного, ладно. Так, хорошо, тут мы ожидаем. И я надеюсь, Демонеска в этот раз попадет все-таки. Да, все, ребят. А по тем опять пошел попадание, какие-то нижние были невезучие. Но обидно, что в первый раз там получилось попадание тоже по моим войскам. Так, хорошо, я беру опыт. Еще один уровень, это просто отлично. Так, основы управления машинами. Боевые машины становятся эффективнее, нападение, защита и урон баллисты увеличивается. Вот, это то, что нам надо. Отражение, умение, которое уменьшает урон, наносимый большим существам магическими атаками. А знак проклятого. Повелитель демона получает особое боевое умение наказывать вражеские существа, если оно атакует, парирует удар или творит какое-либо заклинание. После применения эффекта умение длится до конца сражения. Если существо ничего не делает или передвигается не атакуя, оно не подвигается действию умения. Хрень какая-то, ладно. Так, у нас тут еще есть застава Инферно. Мы посмотрим, что тут. Так, строение охраняется. Вы хотите сразиться со стражей? Давай рискнем. Почему бы и нет? Давай рискнем. Хочу. Япона мать! Твою что бабушку. Вот это мы, кажись, попали, мужики. Вот это, кажись, серьезненько. Вы видали, сколько тут мяса? Не, я, конечно, одолею их, но вы только посмотрите. Охренеть. Это просто охренеть. Кажись, будет трудно. И вы только посмотрите, что этот говнюк делает. Вы только посмотрите, что он творит. Это просто трындец. Как бы ни было беды. Так. Давай попробуем пробить этого засранца. Я прямо-таки не знаю. Вот это я такого поворота не ожидал. Это очень жестко, как по мне. Так, 1-2. Ну давай с этого начнем. Так. Ах, как-то не очень удачно. Я стрельнул. Так, вот, баллиста улучшила. Ой, ты куда побали? А, это ж ответный выстрел, точняк. Чё ж делать-то? Коня бить? Не хочу бить коня. Надо оборону ждать. Не хочу бить коня, хоть убей. Шар полетел. Ребята, затупил. Затупил конкретно. Твою ж мать. Словил шар, это просто... Лошадей просто так слил, грубо говоря, ребята. Блин, обидно очень. Ну, сам виноват, бляха. Надо было атаковать. Надо было просто брать и бить. Виноват, мужики. Ну, ничего не поделаешь. Огненный шар больше пустить не могу. Так, поэтому дефлюсь. И тут, я надеюсь, он снесет обоих. Отлично. Победа. Победа, но, конечно, слил по-глупому. Хоть пещерку не потерял, и на том спасибо. Вообще. Зато я могу нанять этого дьявола. Вот это то, что надо. Вот это хорошо. Это того стоило, поверьте. Это того стоило. Наконец-то у меня есть существо 7 уровня, поэтому... Я могу спокойненько уже не переживать, по крайней мере. Потому что у меня, кстати, конец недели. А значит, я скоро получу еще одного дьявола. Что может быть лучше, чем иметь во своих владениях дьявола? Как по мне, лучше не придумаешь. Так, вот, наконец-то они начали убегать. Дьявола испугались, полюбасу. Так, я даже не знаю, наверное, надо. Мне нужен опыт, да, ребята? Мне нужен опыт, поэтому...
Глупо, мне кажется, будет пропускать хода, ну, точнее, войска. Тем более, те, что убегают, значит, они боятся, а значит, они слабые. Так. А у дьявола, к сожалению, нету умения призывать себе подобных. Это плохо. Я рассчитывал на это, если честно. Я на это рассчитывал. Ну что же, ничего страшного. Ловите, ловите, давай. Да чего она стреляет только в одного-то? Я не пойму, как работает эта схема тут. Он-то должен разлетаться по всем. Смысл мне бить одного, если я хочу убить всех? Вот что-то тут пошло явно не так. Давай, лошадка мчи. Так, нужно прикупить лошадей будет. А то как-то одна лошадка не внушает доверия, если честно. Я хотел бы побольше. Так, 14. Ну, хоть так, давай. 14, в принципе, тоже неплохо. Эх, ёк-макарёк. Так, тихо. Давай, добиваем. Можно, можно разомнуться, а то уж демоны застоялись. Не ходят вообще никуда, так что это не порядок. Это не порядок. Надо им бы разомнуться. Так, отлично, тут мы ждем. А, лошадку нашу хилят, это хорошо. Кто ходит? Опять лошадка. Так, давай. Бей. Сейчас мы посмотрим, как делал себя пока что в действии, да? От 7 до 13 штук один сносит. Ну, в принципе, неплохо. Я хотел бы, конечно, побольше, потому что собачка сносит там 4, а он сносит 7. Так что как-то, знаешь, ожидаешь побольше, ожидаешь побольше. Так, маны мне не хватает. Хорошо. Давай сделаем вот так тогда. Разрушим защиту. Глядишь, демонеска еда валит их. Так, было бы неплохо. Было бы неплохо. Так, давай, цеповушкой, но... Я не пойму, почему не пускать цеповуху? Я не пойму, как она просто работает. Это, если честно, бесит. Так, и добивай. Отлично, у нас победа. Хорошо, что я их не отпустил. Как-никак, мне бы дали больше, чем 112 опыта, которые даются за то, что я их отпускаю. Да, пожалуй, 1800 опыта. Я чуть не потерял 1800 опыта, ребятки. Так что нужно быть осторожнее. Это у нас алхимическая лаборатория. Ух, да я сейчас тут себе назахвачиваю. Так, вот тут будет, конечно, трудновато. Это уже войска посерьезнее, вам скажу. Так. Ну, у меня, в принципе, хода остаются. Почему бы и не рискнуть, да? Я думаю, стоит. Это того стоит. А если снесут лошадку, то будет не страх. Ебона мать. 54 в одном стёке. Охренеть. Ну, это нужно будет валить. Придется поднажать, реально. Потому что 54 в одном стёке могут снести 7 пещерок одним ходом. Да. Печально. Сколько у них? 40 жизней. Так. Они же инициативные. Ну, хоть в бой не рвутся. Поэтому... Прошу прощения, нужно их замедлять однозначно. А, собачки, собачки, собачки ждут. Собачки ждут. Так, тихо, мышка, не подвисай. 14, надо бы призвать однозначно. Так, вот, хорошо, она успеет походить еще раз. Это то, что мне надо. А, тоже призываем, конечно же. Так, и разбег. Ему нельзя давать разбег. Так, хорошо, он никому не достанет. Сейчас. Так, секундочку. Так, они к нам не достанут, и это уже хорошо. Значит, я спокойно могу призывать себе помощь воинов. Так, а то я-то распереживался. Блин, думаю, сейчас как попадут. Все, ребята, в принципе, все, бояться нечего. Можно пострелять. Вот это называется фарт. Понимаете, вот это расположение камешков как никогда кстати. Это меня спасло от потерь, понимаете? Теперь у меня не будет потерь.
Потому что я спокойно справлюсь с ним, без ударов. Он меня не убьет никак. Ни одного моего воина. Вот я вам обещаю, ребятки. Вот можете просто наблюдать за игрой и спокойненько понимать, что потерями тут и не пахнет. Отлично. Просто замечательно. Так, еще демонески призвали. Так, значит, тут мы это все пропускаем. Отлично. Вот, он убивает призванного, и это не страшно. А, к тому же я его замедлил, а это означает, что его ход будет далеко не скоро. Так, это мы все пропускаем, пропускаем, пропускаем. А, я могу еще раз разрушить его, и защита его будет равна нулю. А это значит, что его сейчас будут разбивать в пух и прах. Пожалуйста. 12 штук, ребята, 12 штук, мать вашу. Каранты ему, каранты. Я больше не дам ему походить, к сожалению. Сейчас мы его разобьем. Так что беги, чувак, беги, пока не поздно. Нужно было примкнуть ко мне и спокойно служить у меня. Вот серьезно, 56 наездов против рыцаря — это просто смерть. Потому что он отлично пробивает защиту, а рыцарь, естественно же, танкует, дай боже. Так, все, победа, победа. Я думаю, дадут нам тут приличненько опыта. Потому что, ну, я показал себя замечательно, как по мне. Да, 2160 единиц. И вот, пожалуйста, количество единиц жизни всех ваших существ увеличивается на 2. Особенно выгодно использовать в случае большой армии. Конечно, выгодно. И мы это используем. И мы это используем. Так, отлично. Замечательно. Это означает, ребятки, что если у меня в стёке там 1000 скелетиков, то у всей 1000 скелетиков будет умножено жизни на 2. Понимаете, да, о чем? Это просто бешеное количество жизней. Так, 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 пожалуйста, все, у меня хватает всего, кроме денег. Так, ладно. Давай построим... Ага, и на Капитолии не хватает. Охренеть. Ну что ж. Тогда пока я ничего не буду строить. Ну, конечно, можно было бы залы построить. Как-никак плюснуло бы. Ладно. А ладно, ладно, ладно. Хотя, почему ладно? Да нет, ладно. Сейчас мы тут все вот позабираем у них, позахвачиваем. И будем себя хорошо чувствовать. Это... Ой, как громко было. Ходит синий игрок. А чё это мне сюда выбросил-то? Хм. Это мне типа показали, что он приближается ко мне или чего? Так давай. Я прям таки в предвкушении. Камон. Я готов. Ну, почти. Почти готов. Так, вот так. Чё-то тут за заклинание. Магическая стрела. Эх, это ж прям моща. Так, орда, давай. Минотаврики. Ну, коль уж мы с наездниками разобрались, то с минотаврами тем более. Да. Не жить им, к сожалению, не жить. Потому что минотавры слабее. Они еще сильнее пробиваются. А значит, мы должны затащить. Ну, героям по 3 сношу, а это уже положительно. Это уже хорошо. Так, призываем суккубов. Ну, демонесок. Ну, вы в курсе, ребята. Я думаю, вы уже в курсе. Я просто по привычке. По привычечке. Так, отлично. Медлительных наших призовем. Так, хорошо. Давай. Отлично. Тут мы тоже сделаем призыв. Все, мы готовы. Мы готовы. Мы ждем вас. Добро пожаловать. Ни хрена себе они бегают. Я аж притих на минутку-то. Какие скоростые. Так, лови патрон. Наконец-то она ударила цеповухой. Я уж думал, она не умеет, серьезно. Свершилось. Я-то думал, не дождусь. Так, отлично. Пока лошадка. Лошадку нашу снесли. Кстати, урон маленький. 87 единиц, это очень мало. Как по мне, ни о чем. Что бояться явно нечего. Так, лови шар. Минус 6. Прекрасно.
как по мне, очень хорошо. Так, ну я думаю, я за хода демонесок добью их спокойно. Это так уже, можно поиграться, просто побегать, пускай ребятки разомнутся. А так-то опять без потерь. Радует, просто радует, реально. Опять без потерь. Я даже не знаю, что может быть лучше. Так, хорошо. Поехали. Замечательно, цеповушка. Замечательно. Так, хорошо. В принципе, могу пару собачек потерять. Ну, вы решили мне последнюю лошадку добить или чего? Кажись, да. Так. Отлично. Так, нам исцелили лошадку. И дьяволы закончат это дело. Ну, думаю, 1500 нам опять дадут. Минимум 1500. А было бы хорошо и 2. Так, сейчас мы посмотрим. 2660. Это лучше, чем я мог предположить. Это просто замечательно. Так, захвачена пещера с кристаллами. Отлично. Нам это не помешает. Тут-то есть много бестий. Много бестий, это не страшно. Давай. Главное, что не фурки. Фурки, вот это беда, реально. А много бестий, это 40 штук. Я даже призывать не буду, чтобы... Ты чё, охренела? Подходи давай. Вот это наглое, вы прикиньте. Ну ладно. Давай. Окей. Давай поиграем. Я не против. Она-то думает, она хитра. Нет, девушка, нет. Вы ошиблись. Так, вы не хитры, к сожалению. Так, оп. Я, конечно, мог бы добить уже, но у меня там демонеска ходит. А то вдруг не снесу всех. Так, лови патрон. Все, пожалуйста. Она хотела меня обхитрить, понимаете? Не прокатит. Не со мной уж, простите. Так. 10 тысяч у меня есть, я могу что-то аппетитненькое построить, мне кажется. Вот, например, вот эту хрень. Но только мне нужно 10 ртути. А ртути у меня нету. Я бы мог, конечно, все слить. Ах, я даже не знаю. Хотелось бы, конечно, дьявола иметь себе во владении. Давайте мы пока так сделаем. Я пока туда не собираюсь, я пока добегу. А так хоть больше золота будет приноситься. Как-никак в два раза. Ну вот, 5000. 5000 за день, это хорошо. А я пока тут спокойненько ресурсы пособираю. Так, вот мне интересно, сколько тут гидр. Много. Много гидр, это так же, как и много бестий. Давайте посмотрим. Я тут вообще, заметили, разошелся. Играю без потерь, значит, себе такой... Ебо на мать. А вот это хреново, мужики. Вот это, кажись, хреново. Потому что их тут реально много. Вот это тут нужно будет подумать, я вам скажу. Как бы меня сейчас не слили. Потому что бьют они массово, и они жирные. У них по 80 хп. Так, вот это очень плохо. Мы будем их обязательно медлить. Давайте мы начнем с начальной. Стой, что поближе. Это плохо. Это реально плохо. Вот сейчас я реально задумался о том, как бы нам не слить. Так. Я, конечно, понимаю, что они не особо инициативные, но все же. Так. Я понимаю, что я сделаю глупость, но я лучше потрачу, опять же, призванных, нежели потеряю своих реальных воинов. Так, хорошо. Открывай врата. Так, она все равно входить будет. Давай где-то тут тебя откроем. Плохо дело, ребята, плохо дело. Я, если честно, занервничал. Так. Вот хз, куда нужно стрелять, чтобы пустить цеповуху. Мне кажется, если я в центральную стрельну, в кого-то по-любому отлетит. Замечательно. Отлетело и так, как надо. По всем. Хорошо. Так.
Давайте мы еще кинем замедление на последнюю. Так, у нас первая и последняя в замедлении. Хорошо. Их мы будем бить в последнюю очередь. Так, тут мы обороняемся. Сюда она не успеет забежать, мне кажется. Если что, я сами прикроюсь. Так, отлично. Тут я смогу пустить шарик и снести 4 штучки. Хорошо. Вот так вот, замечательно. Наконец-то работает нормальненько шарик. Я могу массово, имеется в виду, пускать, и это радует. Так, по центральной опять летит. Раз, два, три. Да, отлично, 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 отлично. Летит цеповуха так, как надо. Давай, 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 давай. Этим мы всеми ждем. Они нас будут, если что, прикрывать. Мы будем в добивочку идти. Так, ходит шестерочка. Шестерочку хотелось бы снести. Хотя, может быть, успею ее замедлить. Я не знаю, возможно, у меня не получится ее замедлить, но я бы хотел, конечно, чтобы ее откинуло по шкале. В принципе, мне это ничего не дало. Так, ладно. Не, конечно, бы мог, но это бессмысленно просто. Принимается. Демона я не потерял, в принципе, не очень-то и печально все. Минус 6, серьезно. 6,5, вы видали? Это было жестко. Это было очень жестко, отлично. Ну, ребята, я зря боялся, если честно. Я зря переживал. Все на самом деле хорошо. Так, отличненько. Так. Кто у нас ходит? Псы. Ну, пускай ходят. Так. Пускай ходят. В принципе, можно ударить. Все равно зацепит. Если не ударит, она пойдет в эту сторону по-любому. Так, ладно. А так хоть какой-то толк будет с него. О, пожалуйста, еще героем две гидры снесу. Я просто рад. Я просто безумно рад, что смог справиться с таким количеством воинов. Так, отлично. Я еще сюда смогу пойти. Давай. Давай. Я, в принципе, не против. Но я демона не потерял. У демона еще 35 жизней. Я просто рад. Все замечательно складывается для меня. Давай. Демоны вообще неубиваемые, я смотрю. Прикиньте. Им все нипочем. Так. Это, конечно, неправильно так делать. Но что уж тут поделаешь. Огненные демоны, простите меня, пожалуйста. Я не нарочно. Но мне пришлось. Мне пришлось. Давай. Действуй. Ну, все, ребят, у нас тут победа. У нас тут победа. Сейчас мы заберем плюшки. Демонески это нечто. Но нужно больше. Нужно больше демонесок. Хочу пойти на рыцаря со стеком... Где-то с численностью в 200-300. Так, управление казной нам не надо. А вот развитую защиту мы с удовольствием возьмем. Так, у нас кончились хода. И ходит синий игрок. Но ничего, пускай ходит. Главное, чтобы его на карте не было. А там он у себя, пускай ходит сколько хочет. Так, у нас тут золотая шахта. Вот это хорошо. Золотая шахта приносит ежедневно по 5000. Вот это, ребятки, мы хорошо устроились. У нас тут фурии. Фурий много. Много фурий. Если так же, как и бестий, то это не страшно. Если так же, как и гид, то это будет проблематично. Но тут есть ртуть. Я готов понести потери, получить ртуть. А, ну, в принципе, все замечательно. Я не расстроен. Это я все пропускаю, мелочь. Не хочу я время тратить. Вот этим мы ударим, потому что они никак не снесут нам... дьявола. И получается, что бояться нам как бы нечего. Поэтому грех не ударить и не закончить бой побыстрее. Так, отличненько. Давай. Давай, давай, давай. Все, пожалуйста. Один ход. Один ход демонеской и все, ребята. Вот поэтому, если у меня будет их где-то порядка 200... Мне можно не бояться рыцаря. Так, понимаете, да? Так. Захвачена алхимическая лаборатория. Это то, что было мне надо. Поехали.
Так, теперь есть у меня все нужные ресурсы, и я могу не переживать. Насколько я помню, мне надо 10 единиц, да? Да, я могу обменять руду одну штучку. Да. И дерево также само на одну штучку. В принципе, у меня его много. И зато у меня теперь появились демоны. Ну, дьявол, точнее. Да? А чтобы улучшить, нужно, конечно, много ртути. Но улучшенные это, конечно, того стоит. Мы обязательно их получим. Тем более, учитывая то, сколько денег мне дают. Теперь за каждый ход. Плюс 7000. Пожалуйста. Я безумно рад. Вы даже не представляете. Вот это я разошелся. Это очень хорошо. Так, для начала мы сделаем вот так вот. Да, дополнительные лошадки нам надо. А сюда я пойду после того, как соберу, так сказать, всех воинов. Сейчас я пойду домой. Потом я пойду в порталы. А после порталов я уже пойду на синего игрока. Как соберу полностью себе... Ёк-макарёк, мне показался синий игрок. А где это он? Да ладно, он уже вышел ко мне, что ли? Это интересно, ребята. Так, не зря я решил усилиться армией. Так, вот же ж сволочь-то, прикинь. Кажись, он решил пойти на меня. Интересно. Так, тут танцующие со смертью появились. Надо бы с ними разобраться. И это, конечно, напряжненько, потому что не хотелось бы мне встретиться именно сейчас с синим игроком, я как бы не до конца готов. Я еще армию не успел собрать, но это было... Да, вы посмотрите на этого подлеца. Он начал игру, он показался, он вышел, и он решает меня атаковать. Ну что же, я, в принципе, не против... дать ему бой. Мне кажется, я смогу это сделать. Так, если все правильно, конечно, организовать. А иначе, мне кажется, я не смогу выжить. Хотя я не знаю, какая у него там армия, если честно. Возможно, там будет все не так сложно, как я ожидаю. Так, возможно, там будет все намного проще. Но, как я и говорю, узнать я это смогу, лишь сразившись с ним. Так, сейчас я тут все отстрою. Я так переживал в самом начале, что у меня ничего не построено, что все будет плохо. Так, мне не хватает денег и ртути. Окей, давай. Ртути, ртути, ртути. Мне нужно много ртути, чтобы проапать себя полностью. Так, опять ходит синий игрок, но его нам в этот раз не показали. Давай, 64 беса, это хорошо. Мы их превратим... в чертей. Так, тихо. Кто у нас тут? У нас тут еще танцующие. Давай завалим. Конечно, преследовать. Как это оставить в покое? Дополнительный опыт нам не помешает. У нас синий на подходе. Так. Мне для синего нужно будет быть готовым. А то я собрался давать ему полнейший отпор, если честно. Так, ладно. Это мы все пропустим, 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 пропустим. Давай. Хорошо. Так, замечательно. Да, конечно, 700 единиц опыта, они говорят мне пропустить. Так, конечно. Не, я 700 единиц не отдам. Так, жертвенная яма. А, вот это что? Это нам приносит плюс 2 огненных демона, но это поздно уже делать, я серу тратить не буду туда. Так, мне надо 10 ртути. 10 ртути и руда. В принципе, остальное мне не надо, можно поменять. Хорошо, 10 ртути и руда. А сколько руды? 5 руды, да? Да, 10 руды, хорошо. Не 5, а 10. Значит, мы сможем получить один ртути от дерева. Давай, замечательно. Один ртути от руды. Хорошо, один ртути от кристаллов. Один ртути от... вот это непонятное хрень. Итого у меня 8, а мне надо 10. Я могу обменять, но тогда это будет бессмысленно. Тогда я сделаю вот так вот. Пропущу ход один. Не сделаю никаких строений. И ходит синий игрок.
Так, началась неделя льва. Отлично, замечательно, пускай начинается. А, так, 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 15, 10, у меня 9. Это хреново, Но у меня есть кристаллы, которые я могу продать. Как бы я потом не плакал, что я все продам, но мне надо это сделать. Ай, не то нажал, не то нажал. Тихо, обратно меня верни, пожалуйста. Так, тихо, вот кристаллы, ртуть, одну штуку, спасибо. Так, и теперь я смогу сделать строение, которое я так хотел сделать. Замечательно. Так, зачем я это сделал? Сейчас я вам покажу. Сейчас я вам все покажу. А, у меня, правда, денег может не хватить. Ё-хмакар. Теперь посмотрите на этих красавцев. Это пещерные владыки, которых я могу нанять. На которых мне, конечно, денег не хватает. А вот это я называю попандос. Потому что денег мне теперь нужно много, а у меня их опять-таки нехватка. А, но, если я не получу нужное количество воинов, смысла... В принципе, какового и нету куда-то идти, потому что я не смогу с ним справиться. Так, давай. А теперь нужно еще и этих проулучшать в любом случае. Но на это у меня денег нету. Давайте-ка подождем еще раз, да? А что мне делать-то? Мне по-другому никак. Или так, или никак. Так, вот так вот, замечательно. Вот это то, что мне было надо. Хорошо. Еще 5000 у меня есть. Я бы хотел получить вот этих чуваков, но я не знаю, при чем они. Одного только смог купить, да? 3600 они стоят. Нахрена они хотят, конечно. Так, а если я смогу, да, о, я смогу чертей получить. И огненную лошадь. Хорошо. Давай я чертиков возьму. Но я, пожалуй, еще раз это вот сделаю. Вы не обижайтесь. Но мне надо деньги. Синего я пока не вижу. Я думаю, он вряд ли сунется ко мне сейчас сюда, в ад. Ну, а там, конечно, кто их знает. Так, давай. Я вот это, если честно, я очень сильно рискую. Но я не могу. Я не могу оставить все это добро тут просто так. Так. Отлично. Отлично. Давай еще раз. Я почти все. Тем не менее, ресурс хоть немножко подкапает. Так, последнего дьявола и лошадей. Давай, и чертик. Хорошо. Так, вот это армия, вот это будет моща, ребята. Это будет просто жесть. Лошадей не хватает, конечно. Но ничего страшного. Так, друзья, я предлагаю на этом моменте закончить эту часть. Мы обязательно продолжим и запишем следующую, так что ждите. С вами был Борода, подписончики, лайки. Всем пока!